Привет, бандиты! Не ждали, а я вернулся. В этом видео я расскажу о своей новой жизни. Покажу много чего интересного. Я надеюсь, кто-то скучал за мной. Если кто-то скучал, пишем комментарии. Чё, как вы вообще поживаете? Давно не снимал видео, так непривычно. Надеюсь, это будет хорошее видео. Короче, попал я не на забываемый курорт, занимаюсь саморазвитием, качаюсь, бегаю. С легкой атлетикой немножко подзавязал, потому что вот поехал на курорт. Сейчас развлекаюсь, развиваюсь немножко в другом направлении. На легкую атлетику еще вернусь, так что не отписываемся от канала. Сейчас я зашел в такой лес, немножко поснимал вам небольшую раскадровочку интересную. Очень прикольный лес, мне так нравится вообще. Я уже нахожусь тут очень много времени. Хожу так, ну, именно на этой территории, в лесах. И мне вообще все так нравится, прикольно очень. Есть где походить. Сейчас, короче, найду какие-то озера интересные, еще что-то, и еще вам покажу. Так, в принципе, я занимаюсь всем тем же. Все так же бегаю, все так же развиваюсь. Никаких проблем нет, все к лучшему. Лучше, чем раньше, лучше, чем сейчас. Вот так вот. Единственное, что я не учел, это комары. Они тут херачат, поверьте. Очень и очень сильно, блин, просто жесть. Сейчас я, может быть, еще на трешу успею, схожу поем, потом на трешу немножко побегаю, кроссик еще загоняю, хотя бы километр 8. Я обычно тут десятку бегаю и через день занимаюсь в зале. Я за 2 месяца или за 2 месяца где-то килограмм 6 уже набрал. Усиленно занимаюсь, короче. Сейчас неплохо получается, кстати. В камеру не смотрю, потому что тут пипец, можно выпал, а нет. Еще бы знать, куда я иду. Я просто обязан. Знаете почему? Потому что я шел по тропинке, которая резко закончилась. Ну вы понимаете, о чем я. И это полная жесть. Я поколол себе все ноги колючками какими-то. У меня они очень жестко пекут. Еще меня покусали комары. Короче, полный набор. О, это какая-то же... О, смотрите, как пупырками покрылась. Прикольно? Я тоже думаю, смотрите, эти гады налетают. А, это козлы. Первый раз делал подобную вылазку. Поход, в смысле, в одиночку.
довольно увлекательное дело. Только мне кажется, что я сейчас закончу не очень хорошо. В том плане, что тут очень скользко. Спустился, короче, в низину. Пройтись, посмотреть, что как вообще. На самом-то деле, походу, это классная тема. Если с кем-то, то я сам хожу, тут, типа, псих-одиночка снимаю, блин. Хер знает где. А комары тут вообще дикие, просто не по одному, короче, хавают, а тупо так толпой сразу накидываются на тебя, шакалы какие-то, и все, тупо жрают. Наши ноги реально в красную точечку. Хочу, кстати, передать Сереге Гаратило привет. Из Николаева, ой, блин, из Николаева. Привет из Украины, короче. Он тоже ходит в походы, если кто его помнит. Ссылочка на инстаграм будет, я думаю. Короче, походы — это класс, собирайтесь. Лучше по походам. Походы ходите, а не курите, бухайте там, подпискам каким-то конченым лазить. Это вообще не модно сейчас. Модно здоровый образ жизни снял. И вот такая красота. Реально очень нравится. Короче, природа супер. А звуки какие классные тут. Ну, кроме комаров, вы, наверное, ничего не увидите. Не услышите, я говорю, увидите. Я надеюсь, вам понравился видосик. Он будет такой коротенький. А-ля заточка под Птушкина. Будем пробовать такие видеоролики снимать. Там, где меньше разговоров, больше каких-то красивых кадров, пейзажев, природы. Поменьше вот таких слов, как я сейчас рассказываю. Так что, кому понравился видосик, ставим лайкосики, подписываемся на каналчик и так далее. Will you come with me? Guide me through the dark. Stand by. Watch me fall apart. I've always loved you more than you know. Father, don't you let me go. Never let me go. О том, как делать красивое видео. Постоянно ставлю камеру, короче. Вот это отбегаю, типа. Ухожу, точнее, потом бегу обратно за камеру. Как дурачок. Зато, согласитесь, оно выглядит красиво. Like city nights and satellites.